В настоящее время в Жаркалинском районе хорошее состояние посевов можно наблюдать на площади 512 тысяч гектаров, удовлетворительным 89 тысяч. Этим летом погода неустанно преподносила сюрпризы. Сначала был град, потом засуха. Пострадало 17 тысяч гектаров. И тем не менее, аграрии не унывают и не теряют надежды на хорошее зерно. Средняя урожайность колеблется от 8 до 10. Натура неплохая, вроде 750-740. Влажность, правда, сейчас влажное зерно в пределах 20. Ну, со временем, сейчас погода устанавливается, будет, дойдет до кондициона 13-14%. В уборке урожая принимают участие 885 зерноуборочных комбайнов, в том числе 270 из них высокопроизводительные, жаток 62 единицы, плюс грузовой транспорт и прицепы. На проведение осенне-полевых работ Жаркалинскому району выделено 9750 тонн гарантированного объема дистоплива. При плане 603 тысячи гектар, при выработке в среднем 40 тысяч гектар, нагрузка на один комбайн составит около 700 гектар. В приемке урожая будут принимать участие 7 действующих хлебоприемных предприятий. Их общая емкость 428 тысяч тонн. Уборку аграрии района планируют завершить в ближайшие 2 недели. Нурсултан Ибраев, Василий Вережников, Жахангер Мукамбетов, Кокчай Ахпарат.